Всем привет, меня зовут Эрик, и я готовлю к ЕГЭ по профилю математики уже 12 лет. И сегодня в этом видео я расскажу тебе, куда же поступать, если ты сдаешь ЕГЭ по профильной математике. Ну, во-первых, ЕГЭ по профильной математике выбирают огромное количество ребят, больше 400 тысяч, и математика профильная на втором месте после русского языка, который сдавать обязательно. То есть из предметов по выбору на первом месте. Ну и как следствие, безумный выбор различных направлений, факультетов и в дальнейших возможностей для обучения, построения карьеры и так далее. Ну и давайте рассмотрим самые популярные направления, на которых учатся мои ученики. Первое — это физики. Ну, нету такого типа просто физиком стать. Хотя есть, можно поступить на физфак и быть просто физиком, но очень много здесь всяких инженерных профессий. Космос, ядерщики, просто какие-то инженеры, что-то придумать, что-то на заводе там работать, разрабатывать, нефтяники и так далее. Очень-очень вот такой широкий пласт инженеров. Всем инженерам, естественно, нужна математика, высшая математика, она там очень серьезная. И вот вместе с физикой и с русским языком можно поступить на вот такие факультеты. На втором месте немного недооцененная вещь, как мне кажется, это все-таки IT-направление. Оно набирает темпы, все лучше и лучше развивается, и государство у нас поддерживает айтишников, и даже отсрочки от армии дает тем, кто именно в этом секторе. Поэтому, парни, присмотритесь. Ну, не только парни, девушки тоже добро пожаловать в IT. Некоторые думают, ой, блин, я девушка, что мне там делать? Но на самом деле, это общество, может, себе так навязывает. А девушки в IT очень комфортно себя чувствуют, и вас там, наоборот, не хватает. Приходите, принесите что-то свое в это направление. Сдавать чаще всего нужно вместе с математикой и информатикой, но и на некоторые факультеты принимают математику и физику, ну, естественно, русский язык. Вообще, прям очень хорошее направление. Можно в университете хорошо поучиться, можно еще параллельно что-то самостоятельно делать. И при устройстве на работу, вот ребята именно из IT-сектора получают самые высокие зарплаты. Третье направление – это экономисты. Вообще некоторые думают, что экономика – это такая вещь, типа, гуманитарная. На самом деле, вообще не гуманитарная. Там очень много математики, там прям считать, не пересчитать. У меня есть друг, он PhD, доктор наук экономических, и я думаю, что он знает математику намного лучше, чем я, потому что очень-очень жестко, очень серьезно ее изучают на экономических факультетах. Может быть, не все разделы, может быть, прям какие-то другие разделы математики, не те, которые нужны для инженерных специальностей и так далее, но по-прежнему очень серьезно. Ребята, которые идут на экономистов, или давайте, может быть, совместим это с какой-то финансовой сферой, банковское дело, финансы, что-то такое, сдают чаще всего математику, русский и обществознание. Также мне хотелось бы выделить направление менеджмент. Очень много у нас в стране, где можно выучиться менеджменту. Я скептически отношусь к этому направлению, потому что менеджмент — это что? Это управление. Ну, типа, что там делать? Учат управлять. Научишься ты управлять в процессе работы. Ну и для того, чтобы быть управленцем, ну, нужно себя как-то еще изначально проявить. А я вот мало таких историй знаю, что отучился на менеджменте, пришел и стал начальником. От чего начальником? Начальником какого департамента? Закупок. Тогда нужно быть, понимать в этой сфере. Начальником айтишником. Тогда нужно, ну, понимать в IT, в финансах и так далее. Для того, чтобы быть где-то начальником, нужно что-то знать, помимо того, как просто управлять людьми. Я думаю, что менеджмент – необходимая вещь для многих направлений, но вот как часть. Например, айтишник, если он еще и в менеджменте силен, то у него будет быстрее карьерный рост. То же самое можно сказать хоть про кого, про бухгалтеров, про финансистов, про инженеров и так далее. Чуть менее популярные направления. Некоторые сдают ЕГЭ по профильной математике и по биологии, и на факультет психологии. Это нужно. Я, честно, не могу сказать, почему. Но вот в приемных комиссиях, можно, в принципе, этот вопрос им адресовать, принимает такой набор экзаменов. Также математику иногда сдают с химией. И можно поступить, например, на химфак. Лучший химфак, как говорит наша преподавательница по химии из нашей онлайн-школы «Стобальный репетитор» Катя Строганова, это МГУшный химфак. Она училась на нем. И сейчас она
в аспирантуре химфак МГУ. Поэтому вот такой тоже возможен выбор. Сдаешь математику, химию, русский язык и становишься химиком. Большинство медицинских вузов не принимают ЕГЭ по профилю математики. Мне кажется, зря. Вот я вообще думаю, что математика, она же ум в порядок приводит, а ум у врачей, у вообще всего медицинского персонала должен быть в порядке. Но я знаю, что бывает в разных университетах, где-то вот на ветеринарию нужна математика, где-то на педиатрию. Не то чтобы это было связано, но бывает. Поэтому внимательно посмотрите, ЕГЭ по каким предметам требует университет, в который вы хотите поступать. Вот, возможно, вы думаете, что на журфак, ну точно не нужна математика. А оказывается, в каком-нибудь университете, и это факт, просто я не помню в каком, нужна будет математика. То есть во всех не нужна, а вот туда, какой-то там конкретный вуз, нужна. И, возможно, вы захотите именно в этот вуз, потому что там что-то есть уникальное. Может быть, там какой-то легендарный профессор работает. Поэтому обязательно зайдите на сайт приемной комиссии и посмотрите список ЕГЭ, который нужен для поступления. Выбор просто огромный. Тебе нужно уделить время поизучать профессии. На самом деле, многие школьники почему-то до сих пор думают, что есть вот IT-инженер, экономист, вот то, что я перечислил. И все. Но профессий интересных очень-очень много. Зайди, например, на сайт Headhunter, hh.ru, и просто залипни там на недельку. Посмотри на зарплаты, почитай статьи с этого сайта, почитай всякие статьи, может быть, с других сайтов, типа Forbes, куда устраиваются выпускники. Вот что вообще интересного есть на рынке труда, потому что ты окончишь университет, а дальше тебе работать по той специальности, которую ты будешь выбирать в ближайшее время. Поэтому удели этому время, а потом посмотри уже, какие университеты готовят к этим специальностям и делают это хорошо. Зайди на сайт приемной комиссии, посмотри, какие ЕГЭ нужно сдавать. И если там будет ЕГЭ по профилю математики, то приходи ко мне заниматься. Я тебя очень хорошо подготовлю, ты сдашь ЕГЭ на высокие баллы и сможешь поступить туда, куда хочешь. Еще увидимся. Пока.